Бук, бук. Я не знаю, как у кого. У нас один ходит в магазин. Пашку вот отправили. Сметаны с грибами соус купил. Как двойной получается. Последний день перед редакцией это девчонками справляют. Они по цене это, две по цене одной. 22 рубля за штучку. Ну, 43 за две. За две, ну, 44 рубля. Да. Эфирчика взял, я попросил, но холодный, пусть пока стоит в тепле. Батон, мой любимый батон. По-моему, с ветчиной это идет. Так, еще вот такие тоже они с чесноком батон. Масло закончилось дома подсолнечное. Картошки взял, я буду мясо делать с картошкой. И почистила морковки, сок будем выжимать, да. Холодильник я не буду ее ставить, чтобы опять не простыть. Ты это почистил? Да. Ну, хватит, наверное. Хватит. Помаленьку попьем. Да, конечно. Папа будет делать самоизоляцию сока. Слышь, мам? Да. Ты накрой сверху. Морковь-то не хибана. Я помаленьку. Прям разрубает. Все? Ты сольется все? Ну. А все, отключай она сейчас сама. Все. Что, стаканы? Как она в эти стаканы много? Лен, не надо в эти стаканы. Эти стаканы. Ну, я буду потихоньку пить. А здесь ты видишь, сколько пить-то? Ты что? Всем помаленьку, Лена Владимировна, всем помаленьку. Вот стаканчики, видишь, стеклянные? Вот эти? Те, давай, да. Еще кружки даешь. Эти кружки мы когда полные делаем. Ой. Мам, ты завязывай. Самоизоляция должна быть, блядь. Аня, иди. Сейчас разделю всем. А. Ты там не заляпал ничего. Маленький. Ну все, теплый сок получился. Да, теплый. Ну конечно теплый. Морковка-то лежала где? Мы же в холодильнике ее не заложили, где? Она из дома холодильник, понимаешь? Давай я вот этот. Там внизу. Это морковку-то мы же как получается? Она лежала-то там теплее. Ну сейчас теплая, это до холодной пила. Вкусно все равно. Вот я холодный пила, поэтому простыла. Ну такой там уже комната. А сейчас вообще нормально. Но. Вкусно, да, мам, все равно? Да. Подай тряпочку, я протру здесь. Да. Фрэш. Фрешку. Ну, сейчас чисто морковный получится. Да, тогда ты апельсиново добавляешь. Помаленечку. И яблоки. Ой, правда вкусно. Полезно. Немножко надо это для иммунитета. Мы ж помаленьку. Вкусно. Даже вроде немного моркови, да, сколько этого скопилось. Они же большие морковки. Там еще моркови есть. Завтра можно сок сделать. А еще травы-то много, так что ты сам говоришь, по траву-то поэтому. Ну. Вот сколько я собралась. Сейчас помыть надо. Быстро бжик-бжик-бжик и все. До пола попили. Да.
В принципе, она разбирается легко и моется легко. Да. Просто водой ее и все. Да. О, вы маски. Вас дети напугаются. Почему детей? Потому что подумай, что дети тут сами не воевали, блядь. Ну, но детей иди кто? Иди на улице лучше снег сними. Вот смотрите, иди свет, смотри, снег идет, видишь? Иди снег сними. А что, снег пошел? Да, иди снег. А как же маску снимаешь, дети испугаются, блядь. Так а дети-то кто? Ты? Не увидят дети тебя. И чё, давай тебе. Так а дети сахар рвать будут, нахуй? Баб. Ты маску делаешь? Всё, сейчас. А? Вот. Кого? Смотреть бабку. Да блин, не снимай нас, блин, глаза. Что там делаете? Ничего, роемся. А что смотришь, Паш? Я смотрю ленту. Все, убирай свет, а глаза. Иди, будешь смотреть бабку? Да ты надоел, хватит снимать, на. Ну, эту маму отличника. Не ходи.